Мой прадедушка, гвардии рядовой Казарец Михаил Данилович, родился в 1913 году, умер в 1996 году. В годы Великой Отечественной войны он служил ездовым отдельной саперной роты 36-го гвардейского стрелкового корпуса 33-го Белорусского фронта. На фронте с сентября 1941 года освобождал Белоруссию, Литву и закончил войну в Калининграде. В боях под городом Невель был ранен. Как рассказывал сам Михаил Данилович, на войне он вышел благодаря лошадям. Служил он ездовым, возил грузы, снаряды, припасы. С детства при лошадях. Он и после войны, почти до самой смерти, держал лошадей, любил их и понимал. Лошади выносили его из-под снаря обстрела. Иной раз упрется, не идет, а через пару секунд на это место снаряд летит. Михаил Данилович немного рассказывал о войне. Кровавое и страшное было время. Медаль за боевые заслуги он получил за то, что в октябре 1944 года при доставке леса на строительство наблюдательного пункта попал под сильный артобстрел, доставил лес на строительство и вывел лошадей из-под огня. Уже в мирное время, в 1988 году, был награжден орденом Отечественной войны второй степени.